Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Навсет Причева. В районном центре у обелиска воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, прошел митинг, посвященный 78-й годовщине Победы. Несмотря на дождливую погоду, многие жители аула собрались у вечного огня, чтобы почтить память героев. Непогода никак не помешала отпраздновать День Победы в Кашхабльском районе. 9 мая в районном центре аула Кашхабль у обелиска воинам, павшим в годы войны, состоялся торжественный митинг, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почтить память воинов, защищавших Родину в тяжелые времена, возложить цветы к монументу погибшим героям пришли сотрудники администрации района и поселения, представители трудовых коллективов, жителей райцентра. С Кашхабльского района на фронт ушли около 7 тысяч человек, из них половина остались на полях сражений. К сожалению, на сегодняшний день в районе не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Друзья, к каким бы славным датам не приближали нас года, весны, рожденной в 45-м, мы не забудем никогда. Неся планете обновления, уничтожая силы зла, в те дни весна освобождения в дыму и пламени пришла, чтоб в мире светлом и красивом не знали ужасов войны. Цвети же, Родина, как символ всепобеждающей весны. 27 миллионам павших, не вернувшихся с кровавых полей, посвящается. Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, уважаемые жители аула Кашхабль! Ровно 78 лет назад, в весенний день 7 мая 1945 года, был подписан предварительный протокол капитуляции фашистской Германии. 8 мая в Берлине состоялось подписание окончательного акта безоговорочной капитуляции. Германия признала себя побежденной. Прошло 3/4 века, как кончилась Великая Отечественная война. Но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да и у времени есть своя память. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить. Торжественное собрание, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Сегодня весь многонациональный народ России отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Без сомнения, праздник Победы является самым святым праздником для всех жителей нашей страны. Сегодня мы вспоминаем наших дедов, которые ценой неимоверных усилий и жертв победили в этой страшной кровопролитной войне, которая унесла 27 миллионов человек.
7 тысяч жителей Кашхабльского района ушло на фронт защищать нашу родину, и половина из них не вернулась с войны. Даже сама природа сегодня скорбит вместе с нами, вечная им память. Нельзя добрых слов не сказать о тружениках тыла, которые трудились на благо страны, на благо победы в годы Великой Отечественной войны, и огромное им спасибо за это. Многонациональный советский народ понес очень тяжелые потери в этой войне, и самой большой мечтой являлась победа в этой войне, ради которой они не жалели ни сил, ни жизни, ни средств. И мы должны помнить и чтить память об этих людях, которые ценой собственной жизни добыли победу Великой Отечественной войны, которые принесли нам мир, свободу, добро и справедливость. Вечная им память. День Победы является самым святым праздником, и сегодня я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего митинга за то, что вы почтили своим присутствием память о погибших в этой Великой Отечественной войне. Хотел бы поздравить еще раз всех вас с Днем Великой Победы, пожелать мира, добра, счастья, удачи и радости вам, вашим семьям, вашим близким. С победой! В этот замечательный день мы благоговейно склоняем головы перед светлой памятью героев, отдавших свои жизни за освобождение нашей земли, за нашу свободу и независимость. Мы обращаем слова искренней благодарности к ныне живущим немногим ветеранам Великой Отечественной войны. Слово предоставляется учащемуся 10 класса средней школы номер 1 Мамхегову Аскеру. Добрый день, уважаемые жители АО Кашхабль. 78 лет назад прозвучало долгожданное слово «Победа». Оно прокатилось по всему миру праздничными салютами, вошло в каждый дом, каждую семью слезами радости. Священная дата 9 мая стала символом гордости и славы, мужества и отваги, неразрывного единства и сплоченности нашего народа. В этот день мы особенно ярко чувствуем мощь и величие нашего народа, вспоминаем павших и чествуем ветеранов-победителей. Уважаемые ветераны-защитники, от лица будущих защитников Отечества и молодежи позвольте сказать, что мы гордимся вами. Именно вы спасли от нацизма, и мы будем бережно хранить память о вашем подвиге. И тех немногих, кто остается с нами, поздравляем с Днем Великой Победы. В этот исторический день желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия. Пусть память об этой победе будет для всех вечным примером, образцом мужества и стойкости. С Днем Победы! Сегодня по всей стране на торжественных собраниях, посвященных Дню Победы, проходит патриотическая акция «Огонь памяти». Представители Народного фронта доставили частичку вечного огня от могилы неизвестного солдата у стен Кремля в каждый уголок страны. И сегодня почетное право пронести его на нашем обелиске, павшим за Родину, предоставляется юнармейцам нашего района. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелы, были. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пробах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы. «900 дней блокадного Ленинграда» – это добытая огнем и кровью победа над Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это тяжелая работа тружеников тыла, мучения узников концлагерей. Это память всего народа. Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Забыть прошлое, забыть уроки войны – значит предать тех, кто не щадил жизни ради нашего будущего.
оставить новое поколение без опыта, добытого непомерной ценой. О событиях афганской и чеченских войн, различных военных конфликтов в мирное время нам с вами тоже нельзя забывать. А сегодня, когда наша страна столкнулась с тем, что возникла необходимость защищать свое будущее, свои границы и свой народ от тех, кто не усвоил уроки истории и считает, что фашизм и нацизм имеют право на жизнь, именно сегодня особенно важно помнить о тех миллионах, которые отдали свои жизни, чтобы мы, их потомки, могли жить в свободной стране под мирным небом. И пока в нас живет сострадание, стремление помочь, умение помнить, мы имеем право называться людьми и должны быть достойны памяти солдат, защищавших нас. Вечная память павшим, вечного терпения матерям, не дождавшимся своих сыновей и дочерей с войны. Вечная благодарность воинам, которые смогли вернуться, пережив страшные испытания. Я приглашаю всех возложить цветы памяти к обелиску павшим за нашу Родину. Минуло столько лет, и столько вас ушло, героев той неслыханной войны. Кто шаг за шагом след, и всем смертям назло, дошел сквозь боль до памятной весны. Войны той больше нет. Мы за мир, за любовь. Кто победу принес на плечах своих, помним ваш подвиг, герои войны. Не забываем, и этим сильны. Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победив лететь домой. Звуки земные замрите. Во имя свободы, во имя любви, за тех, кто сегодня в граните. И память прорвется сквозь время острей, и небо опять зарыдает слезами тех мудрых, святых матерей, на бой сыновей провожая. С годами вы ближе, ценнее вдвойне, и вновь полк бессмертный шагает
Забыть невозможно о страшной войне. Портреты над миром взлетают. Замрите мгновенья, и ветер замри. В святую минуту молчания пусть скоро меняются календари. Достоин солдат почитания. Звучит метроном, и секунды бегут. Нас память связала за прошлое, как будто опять век двадцатый шагнул, согнувшись под тяжкою ношею. Минута молчания, биение сердец и скорбь неизмеренной силы. Расплавится тот смертоносный свинец, и память ничто не забыла. Замрите мгновенья, и ветер замри. Лишь миг та минута молчания, а дальше звоните слова звонари, чтоб войны вовек не случались. Мы не имеем права осквернять памятники и обелиски. Мы обязаны помнить тех, кто отдал жизнь за свою родину. Торжественное собрание, посвященное 78-й годовщине Великой Победы, объявляется закрытым. Здесь же, на площади, по сложившейся доброй традиции, работала полевая кухня. Всех желающих накормили солдатской кашей, приготовленной поварами Кашхабльской школы номер 1. Празднование 9 мая продолжилось праздничным концертом. Подобные мероприятия в этот день прошли во всех сельских поселениях района. Программа празднования Дня Победы в районе была обширной. Вечером в Центре народной культуры аула Кашхабль был проведен праздничный концерт, а кульминацией торжественных мероприятий был фейерверк на главной площади райцентра. Праздничный концерт ко Дню Победы традиционно прошел на одном дыхании, объединяя зрителей и артистов благодарностью ко всем, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мероприятие было подготовлено работниками Центра народной культуры аула Кашхабль. Из века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости!
Сегодня мы празднуем великий день, 78-ю годовщину победы советского народа над фашистской Германией. Праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и искреннюю боль и печаль о многочисленных жертвах войны. 9 мая отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским народом за наш великий подвиг. Этот праздник бережно и трепетно передается из поколения в поколение. Сегодня мы хотим поздравить всех с этим великим праздником и пожелать, чтобы больше никогда в мире не было таких страшных войн, что больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы все народы мира жили в дружбе и согласии. Время идет, с каждым годом становится все меньше наших ветеранов. И этот праздник – посвящение для всех, кто завоевал победу в тылу и на фронте, для всех ветеранов. Открывает наш праздничный концерт Адам Карданов «От героев былых времен». Встречайте! От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот стоит батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть.
Каждый мог быть любимым, каждый мог быть счастливым, но остался парнишка молодым навсегда. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Он очистит недоверие, все, что знал 18, поцелуй с любимой и родимую мать. В жизни все не доделал, ночью шел на задание, в жизни все не доделал, сына не воспитал. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, да, что на землю пришло. Это просто судьба, злая доля. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Перед боем невесте написал он открытку. 20 слов, как он любит и привет передал. Слушай, маме скажи, я ни разу не струсил, я ни разу не струсил. Девки, что напротив зеленки затаилась в кустах. И одной пулей дурой стало меньше винтовки, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Молодые ребята, фотографии чишки живые, строим новым стоят. Не забудем любимых, не забудем их лица, не забудем их взгляды, будем помнить солдат. О Великой Отечественной войне снято большое количество фильмов, сложено немало песен и стихов. Именно благодаря этому мы можем увидеть и услышать всю жестокую правду о том страшном времени. Но одним из самых важных моментов на фронте для бойцов была, конечно, музыка, живая музыка бессмертных мелодий. Я приглашаю на сцену Магомета Табухова и Ислама Мизова. Попурри на тему военных песен. Thank you.
говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты платочек милый, желанный, родной. Нет больше ночи, где ты платочек милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала. Чтоб был на плечах.
надолго. Боль моя, ты покинь меня. Облакам, сизым облакам, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линией. Берег мой, берег ласковый, когда тебя, братной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки, в маленьком саду, запели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве, светло, хоть падать укрыто такими большими снегами. Ты гроза, напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки, в маленьком саду, запели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко, в памяти моей, сейчас, как в детстве, светло, хоть падать укрыто такими большими снегами. Хочу пригласить на эту сцену вокальную группу «Космо» под ваши громкие аплодисменты, конечно. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог. И не знал, что путь так далек, а дорога вела от порога. Шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо не верь в тишину. Ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, бинтами туманом покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа штыря.
жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это сердце, все есть у тебя. Озари твою верность отчизне, это утренняя заря, и на то она и заря. А кто из них тихие, тихие, пентами туманом покрытые, озера багрянцем стоят? А кто из них тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа шныря? Время не властно над ней. И сколько бы лет и десятилетий не прошло, люди снова и снова будут возвращаться к нашей победе, ознаменовавшей победу жизни над смертью. Никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу. Вновь на нашей сцене Сусанна Шишева. Написала девушка бойцу. Закат.
крылечке святой ветеран. Над землей полоска тумана расцветает солью вдалеке. А у старенького ветерана покатилась слеза по щеке. Сколько павших в боях за отчизну не обняли своих матерей. Сколько тысяч загубленных жизней не вернулось из концлагерей. От войны проплывет пред очами и слезой затуманится взгляд. До сих пор стоит сердце ночами или старые раны болят. Солнце встретить. На земле, на земле, две дороги дали.
Оставайся со мной, будет весело. Ревность от слова и ведь, и тебе ли об этом не знать. Только с собой поняла, и себе ли стяжать равновесие. Буду с тобою лететь и всему миру громко кричать. Обнимай. Празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Кашхабльском районе завершилось салютом и фейерверками. Кашхабльское местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» совместно с администрацией района провели памятную акцию «Свеча памяти». Участниками мероприятия стали старшеклассники района.
Напомним, что в январе текущего года на территории района была создана местная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», в ряды которого вступили 10 активных и творческих ребят. Главной целью этой организации является включение молодого поколения в социально-экономические процессы, создание для него благоприятных условий для самореализации. Вчера на базе Кашхабльской школы номер 1 ребята при поддержке администрации района провели свое первое мероприятие. Сегодня мы проводим наше первое мероприятие, посвященное Дню Победы. Участники – это ребята 9, 10, 11 классов района. Цель – сохранить память у детей, чтобы они всегда помнили о Великой Отечественной войне. Участниками памятного мероприятия стали старшеклассники района. Организаторы подготовили для них познавательную программу, в рамках которой была проведена викторина на военную тематику, просмотр короткометражного фильма. И самая интересная часть программы – мастер-класс по изготовлению свечей памяти. Кульминацией событий стало зажжение свечи у обелиска. Школьники почтили память павших героев минутой молчания, а после зажгли свечи как символ вечной памяти и скорби о погибших, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Подобные акции проходят ежегодно и являются символом единства и непобедимости нашей страны. В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе, а именно в Натырбовском сельском поселении, прошла акция «Дом со звездой», направленная на увековечение памяти участников войны. С каждым годом ветеранов, тружеников тыла, детей войны, людей, которых коснулась эта страшная трагедия, становится все меньше. А значит, все меньше и меньше наше поколение может узнать из первых уст об этих событиях. Мы не вправе забывать историю, ведь благодаря этим людям сегодня на земле мир. В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в районе прошла акция «Дом со звездой». Проект «Дом со звездой» направлен на увековечение памяти участников Великой Отечественной войны. Звезды устанавливаются на домах ветеранов в знак уважения и искренней гордости за подвиг народа. Самое главное, что в акции принимают участие волонтеры, учащиеся школы района. Подобное мероприятие прошло в Натырбовском сельском поселении. Глава муниципалитета Наталья Косицына отметила, что это событие призвано еще раз напомнить о подвигах наших дедов и прадедов, сражавшихся за свою отчизну. В преддверии 9 мая мы продолжаем акцию, начатую еще в том году. Данная акция носит название «Дом со звездой». Мы из числа наших жителей выбираем домовладения, в которых проживали участники Великой Отечественной войны. И сегодня проживают в этих домах их близкие родственники, дети, внуки, правнуки. В данное домовладение мы приезжаем с детьми, с работниками Дома культуры и говорим огромное спасибо родственникам за победу, которую одержали над фашизмом их дедушки, отцы. На стену дома, либо на забор мы вешаем, прикрепляем пятиконечную звезду, как память о той великой победе, как память о той великой свободе. И проходя мимо, все жители нашего села, гости, обращая внимание на эту звезду, помнят, что здесь жил герой. Первая звезда появилась в Кашихабльском районе еще осенью прошлого года. На сегодняшний день их количество достигло 16. С интересом школьники и волонтеры рассматривали личные награды, военные документы героев войны. Фоменко Мария Васильевна родилась в 1925 году. На фронт ушла добровольно в мае 1944 года. Была медсестрой в санчасти 20-25. Была награждена медалями за победу над Германией. После войны долгие годы работала медсестрой, заслужила звание почетного донора СССР, была награждена медалями и почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд. Сейчас в этом домовладении проживает их дочь Александра Григорьевна. Уже тоже в годах. Тоже в годах, тоже уже бабушка. Но в любом случае память о этих дорогих и ей, и нам, людях, вечно. Мы склонились низко-низко у подножья обелиска. Наш венок расцвел на нем жарким пламенным огнем. Мир солдаты защищали, жизнь за нас они отдали. Сохраним в сердцах своих память светлую о них. Как продолжение жизни солдат
под звездами мирной державы. Цветы на ратных могилах горят, венками неверующей славы. Солдату я слагаю оду, был ратный путь его тяжел. Он все прошел, а вот шагал по вражескому следу до завершающего дня и прочно выковал победу из грома, стали и огня. И полная творящей силы, вся в блесках солнца, не в дыму, стоит спасенная Россия, как вечный памятник. Что такое день победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют солдат. Что такое день победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое день победы? Это песни за столом. Это речи, беседы, это дедушки. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Да что молчи. Такое День Победы? Это значит нет войны. Красные звезды зажигаются на домах ветеранов как символ памяти о тех доблестных подвигах, которые совершили наши предки в годы войны. «Хлеб всему голова», – гласит народная мудрость. Наш сегодняшний сюжет расскажет вам о работе хлебопекарни Шавгеновых в ауле Бичепсин. В нынешнее время маленькие детки относятся к хлебу с почтением. Так же, как нас, наши родители, бабушки и дедушки, мы учим наших детей, что хлеб – это лучшая еда, придуманная человеком. Особенно популярны в наше время небольшие пекарни. О вкусном пышном хлебе индивидуального предпринимателя Шавгенов Казбек, который функционирует в ауле Бичепсин более 20 лет, в Кашхабльском районе знают не понаслышке. Жители ждут с нетерпением подвоз горячего свежего хлеба. Как рассказала супруга Казбека Софиат Шавгенова, всего за сутки выпекают 600-700 штук. Коллектив налаженный, 4 пекаря, 2 экспедитора, которые работают в 2 смены. Здесь я работаю с 2010 года. Бывало, что какое-то время уходила, но по семейным обстоятельствам, а так постоянно здесь работаю. Начальство у нас очень хорошее, всегда на уступки идут, если о чем-то просим. Веселые, особенно начальник у нас бывает где-то, и, ну, чтобы тоже мы не расслаблялись, чтобы контролировали себя. Где-то пошутит, где-то построже, ну, по справедливости все делают. А так, в принципе, очень девочкам всем нравится работать здесь. Коллектив дружный, всегда ответственно ко всему подходим. Процесс выпечки хлеба состоит из трех основных стадий – замешивание, формирование, брожение и выпечка. Формовой хлеб обычно выпекаем по стандарту, а домашний – хмель, с хмелью, поэтому называется по домашней технологии, и выпечка немножко другая идет там. Хлеб перекручиваем по два раза, чтобы хлеб был красивый, высокий, главное, не крошился. Тогда очень хороший хлеб получается. Это кирпичик стандартный, хлеб формовой. И домашний точно так же перекручиваем по два раза. И вот такой красавчик получается потом у нас. Хлеб только поставили, это называется домашний, подымается, а потом уже пожарится. И красиво, вкусно получается. Тут тоже хлеб жарится, крутится в течение 40 минут, и хлеб готов. Хлеб всему голова, гласит народная мудрость, и с этим нетрудно согласиться. У Шавгеновых есть множество довольных, постоянных покупателей, ведь кроме хлеба здесь выпекают вкусные булочки с разными начинками. Я постоянно покупаю пенсионеры, и вроде как хлеб очень хороший, постоянно горячий, теплый постоянно, и персонал очень хороший, девчата очень хорошие, обслуживают хорошо. Хотелось бы отметить, что здесь же работает кухня, которая принимает различные заказы, такие как свадьбы, похороны и другие. В планах у семьи Шавгеновых открыть кухню и кондитерский цех. Пожелаем им удачи.
В минувшие выходные на стадионе аула Кашхабль прошел традиционный турнир по мини-футболу на призы главы Кашхабльского сельского поселения. 8 мая на стадионе аула Кашхабль прошел традиционный ежегодный турнир по мини-футболу на призы администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение. В турнире приняли участие 5 команд. Футбольные клубы «Факел» станица Дентуковская Гиагинского района, «Юность» аул Кашхабль Сосрука-1, «Интер» Сосрука-2, юные спортсмены аула Кашхабль. Мы проводим очередной традиционный турнир на призы главы администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение. Хочу всем пожелать удачи. Завтра мы отмечаем 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Я хочу, чтобы мы отмечали победы только в спортивных состязаниях. Хочу предоставить слово главе администрации муниципального образования Кашхабльское сельское поселение Курашинову Мурату Мухарбиевичу. Спасибо, что приняли участие в нашем турнире. Всем без трав, пусть победит сильнейший. Несмотря на дождливую погоду, настроенные на победу команды добивались поставленной цели на протяжении всей игры. По итогам соревнований в упорной борьбе за первенство победу со счетом 2-1 одержала команда Сосрука-1. Матч получился по-настоящему интересным и захватывающим. Были отмечены и награждены лучшие игроки турнира. Лучший вратарь Алан Киржинов, лучший защитник Заур Метков, лучший бомбардир Азамат Тау. Все они были награждены кубками, грамотами и денежными призами. Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.